Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Да, капитан. Кто проживает на дне океана? Да все те, кто провел выходные в поисках Кабуксона, скажу я вам. Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартерейн, и мы продолжаем играть в Warhedge. Все выходные большинство игроков Аркейджа провели в море в поисках сначала Левиафана, согласно первой подсказке, затем по уточненной информации на сервере люди начали искать место, точнее уже не сам корабль, а сундук, как оказывается, древний сундук. И согласно официальной группе на форуме я нашел координаты этого сундука. Я нашел это место, ну, как вы видели, искал по сектанту, как надо, то есть чтобы координаты совпали. И знаете, что я нашел? Ничего. Я провел очень много времени на одном и том же месте, просто мониторя именно сундук. То есть, возможно, его респ и все тому подобное. То есть, на сайте игроки говорили, что у сундука также имеется респ, он проходит через каждые 2 часа. Ну, естественно, я оставил своего игрока на дне и каждый, грубо говоря, полчаса проверял, смотрел под запись, появляется вообще этот сундук или нет. Ну, в течение 12 часов я убедился в том, что сундук вообще тут не появлялся. Но, как мы видим на официальном сайте игры, оказывается, его там и не могло быть. Знаете почему? Я сейчас объясню. Оказывается, наши водолазы, цитирую, наши водолазы проверили капитанский сундук и обнаружили, что на него были наложены неправильные чары. Вместо того, чтобы давать всем нашедшим его достижения большому кораблю большое плавание, хитрец сундук спрятался поглубже в ил и больше не показывался. Сожалеем, что вам пришлось иметь дело с таким врединой. Блин, я даже не знаю, как это можно вообще так придумать, объяснить игрокам, что все время, которое вы провели в Аркейдже, все выходные в море, совершенно бесполезно проведенное, потраченное время. Отсюда возникает вопрос, и я думаю, что он совершенно справедливый. Чем вы занимались, дорогие локализаторы, майлы? Что вы делали, чтобы ситуация косяков ваших просто не повторялась? Что вы делали, чтобы вот такие вот ивенты извечные, которые у вас просто косяк на косяке и постоянно, не происходили больше? Я согласен, у всех, все люди, все делают свою работу, но это ведь неправильно. Неправильно сделать так, чтобы люди потратили свое время просто впустую. То есть все искали, но не смогли найти. А оказалось, там просто ничего и не было. На этом у меня все. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, прожимайте. Всем спасибо, всем пока.